такое очень простое, легкое упражнение для снятия заложенности носа. После, вот, предположим, у вас заложенность носа, и еще это упражнение может завести кишечно-тиреоидный запор. Иногда мои больные снимают даже сердечные кисты по этим упражнениям. Речь идет о чем? О том, что нужно быстро накопить углекислый газ. Углекислый газ накапливается быстро, если мы делаем паузу, и если мы делаем какую-то небольшую физическую нагрузку. Вот. Предположим, заложен нос, да? Нужно встать, закрыть нос, присели, встали и дышим только носом. Одного раза достаточно присесть. Давайте попробуем. Вставать? А, да, да, да. И после приседания дышим только носом, рот закрыли. Закрыли нос, присели, встали. После приседания... А еще сначала выдох, вот как обычно, да? Обычный спокойный выдох. Закрыли нос, присели, встали. Потом дышим только носом. Если вы откроете после упражнения рот, то нос заложит снова, потому что организму не надо два канала для поступления воздуха. Ну, давайте после спокойного обычного выдоха. Закрыли нос, присели, встали. Дышим только носом. Так, здесь можно перевести дыхание немножко, 2-3 вдоха сделать спокойно. Чувствуете, что дыхание успокоилось снова. Можно закрыли нос, присели, встали, дышим только носом. Рот закрыт, потому что если рот откроете, то нос заложит снова. Ну, у вас не был заложен нос у обоих, да? Да. Но, тем не менее, нос задышал лучше. Это всегда да. Чувствуется. Да. Да. Отлично. Нос стал дышать лучше. У меня даже от часов стал лучше дышать. Даже от часов стал дышать лучше. Да. Он не был забит, но как-то так все-все сухо. Ну, не сухо, а свободно. Отлично. Одного приседания достаточно или можно 2-3? Можно сколько хотите, несколько, чтобы дыхание не сбивалось. Да.